Приветствую вас, друзья. С вами Алексей Коробов. И это очередной мой видеосюжет, посвященный теме спортивных ставок. Ну, что сказать, Ролан Гаррос идет вовсю, идет очень интересно. Некоторые матчи его чемпионата, они просто некое достаточно интересное театральное действие, очень интересно все это дело смотреть, очень интересно во всем этом участвовать. Вот. Но сегодня небольшой видеосюжет не о Ролан Гарросе, а о очередной небольшой стратегии игры на теннис, которую вчера буквально я протестировал первый раз. Мне она понравилась, и я записываю сюжет с ее описанием, а тестировать в дальнейшем я ее продолжу. Небольшое отступление. Недавно я опубликовал стратегию, которую назвал 40-40. Она получила достаточное количество критических замечаний по поводу того, что она недееспособна. Ну, я не готов дискутировать этот вопрос. Каждый решает для себя, что и как делать. Стратегия действительно достаточно сложна в исполнении, потому что требует подбора, очень точного подбора конкретного спортивного события, конкретного матча, с тем, чтобы действительно она играла сам на ней некоторое время назад. Немножко проиграл денег, не хватило баланса счета, чтобы очередную ставку сделать догоном. Но не суть, как бы стратегия работает. Надо правильно подбирать матч. Но в связи с тем, что как бы действительно она требует очень большого изучения вопроса и тщательного подбора, я посмотрел и решил, что в принципе как бы есть значительно более часто случающиеся события, конечно, коэффициент по нему будет пониже, вот он перед вами на экране, да, вот коэффициент там 1,5, 1,4, 1,44, да. Это события, случающиеся так же часто, как и в стратегии 40-40. Здесь вот видно время, да, вот розыгрыш и ставка. То есть это как бы стратегия, которую я бы назвал «своя подача». Суть стратегии в том, что большинство игроков в теннис очень часто свою подачу выигрывают. И, собственно, на этом и построена стратегия. То есть мы лесенкой играем ставки. Ну, здесь видно, да, что вот геймы четные, то есть это вот игрок, чья была подача, он свою подачу в итоге, этот гейм в итоге и выигрывал. Ну, соответственно, надо понимать, что если он выигрывает ее достаточно часто, букмекеры снижают коэффициент, и что, собственно говоря, вот здесь вот как бы и видно. Да, вот я там пару геймов смотрел, он свои подачи, это она свои подачи выигрывала, потом я как бы сделал ставку, ну, и она продолжила выигрывать свои подачи. И, соответственно, букмекеры коэффициенты как бы снизили. Ну, тут я бы как бы играл бы дальше, но вы видите, что это 32-й гейм. На этом просто закончился матч. И я вот как бы в итоге, так сказать, уже следующую ставку я как бы сделал, но следующего гейма уже не случилось. 34-го гейма уже не случилось. Вот, значит, вот такая вот простая стратегия. Еще раз. Опять же, так сказать, подбирать матч надо. Есть как бы ситуации, когда свои подачи не выигрываются. Подбирать матчи надо, подбирать их значительно проще. Просто смотрим статистику, смотрим текущую игру. Если мы видим, что соперники примерно равны, и каждый там свою подачу берет, или один берет там и свою, и чужую, то можно в эту игру зайти и, соответственно, ставочки сделать. Понятно, что чем больше подач игрок берет, тем ниже будут коэффициенты, но тут как бы уже каждый решает для себя либо рисковать и играть на большие коэффициенты, либо
на КСН там 1.25 играть с большей уверенностью, что игрок свою подачу возьмет. Вот такой вот небольшой видеосюжет на тему спортивных ставок. С вами был Алексей Куровов. Всем спасибо. И до новых встреч.